Всех приветствую. Как уже рассказывал, бывают иногда проблемы с фиксацией поклевок при использовании патерностера или петли Гарднера, кому как больше нравится. На последней рыбалке пробовал ловить с петлей, не помню, симметричный или несимметричный. И поклевок было немного, но с фиксацией проблем не было. Ну вот несколько раз за вот этот вот узелок был захлёст поводка. Поэтому решил я все-таки обратиться к инлайну. Слышал, что якобы патерностер по сравнению с инлайном в плане фиксации вообще ни о чем. Ну вот, не знаю, как получится выехать. Все у нас морозно-морозно. Ну вот, следующая рыбалка будет с инлайном. Пробовал я как-то года три назад ловить инлайном. Все те же самые проблемы из-за того, что вязал, собственно говоря, тот инлайн на отдельном куске лески. И вот то же самое за узелок, вот где петля в петлю, были проблемы. Как это дело избежать? Идею я подсмотрел у Сергея Пузанова. На паре мастер-классов он об этом рассказывал. То есть, что он делает? Основа, ну, я так понимаю, у него плетня, но тут без разницы. Вот я вчера попробовал связать. Он берет основу, к ней привязывает леску и леску, резинку, и берет дробинку. И вместо всяких там стопоров, резиновых и прочего, делает дробинку, чтобы все это дело не разбивалось, не спускалось. То есть вот что мы получаем, да? Я не совсем поначалу понял, как он привязывает, да, причем вчера попробовал плетню, правда, не с резинкой, а со скруткой. Проблем нет, я думаю, что и с резиной проблем не будет. Ну, какой смысл Сергею врать и какие у нас основания ему не верить, да. То есть вот он таким вариантом. Но мне как-то попробую, может быть, и с резинкой, как-то не очень понравился. Я сделал со скруткой. То есть взял скруточку. Тут вариант такой, что можно, в принципе, ее вязать быстро на пальцах. Чуть позже покажу, как это делается. Но вот так как вязал я, да, то есть вот сделал петельку. Есть у меня раскладушка дома, ребенок купил, и так она и стоит. Там есть болт и какая-то втулочка, которая заворачивается. Вот я на этот болт надеваю вот это вот колечко, чуть заворачиваю, чтобы не спадало, и плотненько довольно закручиваю, чтобы она вот была вот... Мне нравится вот такая. Возможно, что это не нужно. Ну, а теперь давайте попробую объяснить, как, собственно говоря, вяжет Сергей, да, к основе либо скрутку, повторюсь, либо резинку. И как это сделал я? То есть вот у нас основная леска, край. Вот подготовил я, грубо говоря, резинку, да. То есть кладем вот так. И вот здесь вот делаем восьмерку обычную. Раз и два. И потом нашу самую резинку продеваем. И вот этот вот кусочек, что у нас от основной лески. Вот она получилась. Восьмерочка. Затягиваем хорошенечко. Обрезаем концы.
Оп. Все, узел готов. Сюда, ну, предварительно, да, одеваем вертлюжок застежкой. Сюда ставим дробинку, и все у нас получается шикарно. Ну, теперь уже так красиво не получится. Давайте вот попробуем вот скруточка. Таких скруточек можно навязать сколь угодно много дома. Положить куда-то или в ящик свой рыболовный. Ну, зимой я имею в виду, да? Или прям непосредственно, что там, перед рыбалкой можно связать. У меня и основа, и на вязание оснасток я себе взял жесткую леску. Причем вот Enal Ultra, да, здесь вот какая-то PA Ultra. То есть вот Атаквы, вот эти все, и Лещовые мы брали. И вот Щука, и Хищник, все они жесткие. Стоит денег мало-мало. То есть вот, не знаю, насколько хорошо видно. Вот наша основа. Вот наша, собственно говоря, скруточка. Берем, делаем восьмерку. Продеваем нашу скрутку сюда. И продеваем вот этот вот кусочек основной лески. Оп. Получаем восьмерочку. Затягиваем ее. Обрезаем концы. В машине не мусорить. Все отлично. В принципе, если делать не с резинкой, да, а вот со скруткой, и у вас довольно приличного размера вертлюжок, то в принципе, вот как в данном случае я забыл, просто после того, как связали, продеваем. Берем дробинку. Ну, вот у меня 0,28 грамм. Это дробинка. Ой, ребят, со зрением что-то беда. Старость не радость. Со зрением беда. Все, вот получаем наш инлайн. Путаться тут абсолютно нечему, бо вот здесь вот только у нас узел, и все, больше ничего. Вот буду пробовать. Теперь что касаемо, как и обещал, как связать, собственно говоря, как сделать эту самую скрутку на основной леске. Ну, если у вас монофил, естественно. В принципе, можно и не вязать узел, но я связал. То есть вот наша основная леска, да? Вот она пошла. То есть опять же, да, продеваем сюда можно заранее, можно. В принципе, я посмотрю. Как я не люблю эти вот вертлюжки с застежками. В принципе, если будут какие-то проблемы, то можно, в принципе, одевать без вертлюжка, если у вас вертлюжок вот есть на кормушке. А потом, если вам надо поменять, просто снимаем дробинку, меняем, собственно говоря, нашу кормушку. Но если у вас не резинка, потому что с резинкой узел получается довольно толстый. То есть вот берем вот такую фиговину, да, это вот
по-моему, для бойлов насаживать эти, ну, в общем, для бойлов, то есть делайте дырку, протаскивайте этот, на что накрепится там этот волос, и потом с топорком. Это, кстати, прочитал в комментариях под одним из своих видео. И вот, спокойненько, без фанатизма, собственно говоря, эту самую скрутку и делаем. Делаем нужную нам. Она получается не такая плотная, но, в принципе, я говорю, может быть, я придираюсь. Все, вот, скрутили. Это нам штучка больше не нужна. Да ё-моё. Вот, получилась скрутка. Делаем восьмерку. Затягиваем. Почему я еще предпочитаю делать здесь колечко? Потому что удобно вставить какой-нибудь ножницы, кацангу или что-нибудь. Ну вот здесь вот не такая она красивая получается, как, например, из 0.35. Но, в принципе, кому красота не нужна. Все, то есть отрезаем. Уж не буду вешать эту дробинку. Вот у вас получилось на основной леске ваша эта штука. Ну вот, надеюсь, что у меня получилось показать, рассказать, как, собственно говоря, я буду вязать инлайн, где шансов запутаться практически никаких нет. Ну вот как-то так, на сегодня все, всем пока.